В нашем медицинском центре ежедневно проводится набор пациентов для планового обследования и лечения в дневном стационаре по системе ОМС и ПЛАК. Прием пациентов осуществляется по согласованию с заведующей дневным стационаром при наличии направления лечащего врача. В условиях дневного стационара проводят процедуры, которые требуют наблюдения за пациентами на протяжении нескольких часов, а также наблюдения пациента после сложных процедур. Поводом для обращения в дневной стационар может служить обострение любого хронического заболевания или возникновение острой болезни. Под контролем врача опытные медицинские сестры, используя новейшие препараты, проведут курс лечения в удобное для вас время. Если состояние пациента несовместимо с пребыванием на работе, выписывается лист нетрудоспособности на общих основаниях. Мы идем навстречу каждому пациенту и подбираем удобный индивидуальный график процедур и время посещения дневного стационара. Нам доверяет главное.